полный вперед! Добрый день, дорогие друзья! И сегодня я хочу поговорить с вами о такой теме, как обида. Чувство знакомое наверняка каждому. И зачастую, находясь в состоянии обиды, мы проявляем себя не так, как мы бы хотели, на самом деле, чтобы нас воспринимали другие люди. И зачастую нам бывает потом горько и стыдно за это поведение. И зачастую мы себя не контролируем во время проявления вот этих обид. И вот эти моменты поведения не всегда осознаются человеком, но они проживаются. И потом, когда мы заваливаемся вот в состоянии обиды надолго, портятся отношения с родственниками, с близкими, со знакомыми, с друзьями, нас обходят стороной. И это приносит больше разочарования и горести, нежели та выгода, которую мы получим на выходе после обиды. Зачастую обида накладывается на другую обиду, на третью, на четвертую. Для человека это становится стилем жизни, нормой жизни. Хотя нормы-то здесь, в общем-то, и нету. Если взять шкалу Хокинса и посмотреть по баллам, и где находится состояние обида, можете это проделать, я не буду вам говорить, для того, чтобы все-таки почитали немножко. Становится очевидным, что в состоянии обиды у человека энергия утекает вниз. Низкочастотное состояние, то есть идет разматериализация, если говорить экстрасенсорным языком. Что это значит? Это значит, что в первую очередь страдает физическое тело. То есть страдает физическое тело не того человека, на которого вы обижаетесь, страдает ваше физическое тело, так как обижаетесь вы. И это приводит в дальнейшем к формированию ряда психосоматических основ, да, для заболеваний. А у некоторых людей выражается уже конкретными заболеваниями. И если вам все-таки это в жизни не надо, да, и вам хочется что-то изменить в своей жизни, то имеет смысл заняться какими-то практиками и осознаваниями. И первый шаг, который имеет смысл сделать, это признать: я имею право чувствовать обиду. Да? Я признала, я имею право на эти чувства, ничего в этом плохого или хорошего нету, я имею право чувствовать. Следующий шаг: какую выгоду мне дает это чувство? Какую конкретную выгоду? Вот в данном случае я говорю: я обиделась на тебя, дорогой. И следующее: помой за меня полы. Да? И дорогой, мы предполагаем, что должен взять швабру и пойти помыть полы. Или купить шубу. Или. Так вот, вот это и есть манипуляция с целью. Да? И если мы принимаем и осознаем, что в данном случае мы обижаемся, потому что мы хотим манипулировать, а это очевидные вещи для окружающих, даже если они не очевидны для вас, вот, то этот шаг признания и понимания, какую же вторичную выгоду я хочу достичь через манипуляцию, вот эту, через чувство обиды, в таком случае оно приводит к осознанию того, что мы же это можем добиться по-другому. Да? Может, просто с дорогим взять и поговорить, и попросить. А возможно, каким-то образом другим договориться. У нас же есть речевой аппарат, у нас есть возможность общаться и договариваться. И в таком случае мы убираем разрушающую основу чувства обиды. Это прекрасно, но что делать, если у нас склонность обижаться уже прописана на рефлекторном уровне. То есть количество ситуаций еще с детства было такое большое, где мы таким образом проявляли себя, что сегодня у нас включается автоматическая реакция или субличность, или назовите как угодно, да, и мы реагируем именно таким образом. Человек сказал какое-то слово, мы вдруг в этом слове что-то увидели, что нам не понравилось, и начали манипулировать уже этим человеком через вот это чувство, через то, что мы имеем право это чувствовать. Да. Зачастую, когда мы вот так проявляемся, эти вещи не осознаем, нам трудно сделать следующий шаг. Следующий шаг для того, чтобы принять, простить и отпустить ситуацию. Да? А таких же ситуаций много, и нам надо их принимать, прощать и отпускать все. Это просто чудовищная работа. Поэтому я сегодня познакомлю вас с вариантами, как работают с обидой.
Первый вариант, наиболее распространенный, пришедший из психотерапии, из классического варианта, это вариант проговора, коучинга. Когда человеку задаются вопросы, разбирается ситуация, кто обиделся, когда обиделся, вот как это чувство вины, чувство обиды у вас сформировалось, а что он сделал, а как вы считаете нужным, надо было сделать и так далее. Потом уходит в детские воспоминания, когда же впервые человек испытал это чувство, ну и пытаются работать с проявлениями и с изменениями программного обеспечения уже через проговор. Потому что, как правило, свои программы и убеждения человек проговаривает словами, да, и в таком случае во время общения с психотерапевтом человек выговаривает чувство обиды. Ну, классно, вариант есть, можно работать с психотерапевтом, достаточно длительный вариант, и постепенно разгребать эти пласты обиды, это тоже имеет место быть. Вариант модный сегодня на рынке – тета-хиллинг. Фактически от классической психотерапии он ничем в данном случае не отличается, кроме того, что клиент и тета-практик будут сидеть и получать божественное знание в состоянии, когда они просто молча говорят какую-то фразу, и все равно эта фраза цепляет и нащупывает отклик внутри. То есть идут более заход такой экстрасенсорный через чувствование, через внутреннее составляющее. Но в принципе даже схемы коучинга в данном случае схемы проговора будут идентичны, да, с психотерапией, потому что тета-хиллинг, по сути дела, это упакованные психотерапевтические практики 80-х годов в модную упаковку и в любовь, в медитации и так далее. Этот вариант тоже пригоден, но я бы не считала его самым эффективным. К самым эффективным я отношу в данном случае при работе с обидой радикальное прощение. Что такое радикальное прощение? Есть такой автор книг, бестселлеров, Колин Типпинг. Им написана книга, можете ее прогуглить, найти, называется «Радикальное прощение». Стоит она недорого, ее можно скачать, можно купить, лучше купить печатный вариант, потому что она, как настольное пособие, пригодится вам на долгие-долгие годы, поверьте мне. Вы начинаете читать эту книгу. В чем плюсы? В самом начале книги идет рассказ одной семейной драмы, и на основании этого рассказа даются принципы построения в бессознательном, каким образом идет управление жизненными ситуациями, да? Каким образом формируется реальность, с какой целью она формируется. Да? И вот эта вот подоснова бессознательного у Колина Типпинга расписана очень простым языком. То есть вообще никакой подготовки не требуется, просто читаете и понимаете, что мы воспринимаем мир одним образом, а бессознательное воспринимает мир другим образом. И вот этот другой образ зачастую нам неизвестен. А тут он в простом варианте, на простой истории выдается просто в эфир и заходит со слезами великолепно. Более того, у Колина Типпинга есть такое понятие, как анкета радикального прощения себя и других. И вот эти анкеты, они великолепны. Их можно скачать в интернете отдельно. Их можно прожить, понять, прочитав книгу и в дальнейшем заполнить. Когда мы заполняем анкету, нам главное включиться в эмоциональное состояние полностью, чтобы выдать энергию на бумагу. Что мы делаем? Мы выводим из себя обиду. Обида же у нас, кроме чувств, имеет внутри отпечаток энергетический. Вот этот энергетический отпечаток мы через моторику выводим на бумагу. Мы, заполняя анкету, выводим эту энергию, гучу по-шамански, из себя. И в дальнейшем эту энергию лучше всего сжечь. Эту анкету, энергия через огонь трансформируется, вернется вам обратно, но она вернется более высокочастотной, и это уже не будет низкочастотное чувство обиды. И ваши жизненные ресурсы, элементы магии сразу добавляем, ваши жизненные ресурсы при этом будут восстановлены энергетически, с одной стороны, с другой стороны, блока из тела с данной конкретной ситуацией уже больше не будет, он будет выведен, да, и эту анкету самое главное, что никто никогда в жизни не прочтет, потому что зачастую мы же пишем анкеты на кого в первую очередь, на кого мы больше всего обижаемся, кем мы больше всего манипулируем в жизни, дорогие мои, кем? Мужем,
мамой, папой, сестрой, братом, детьми, нашими самыми близкими. Это наши самые первые учителя в этой жизни, и мы же на них больше всего в жизни и тренируемся. Поэтому, когда мы заполняем анкеты, на каждого человека по 5, 10 и более анкет имеет смысл заполнить от времени к времени, то есть, по сути дела, на каждую жизненную ситуацию, и вывести обиду и убрать. И если, не дай бог, этот близкий человек, придя на кухню, увидит вашу анкету, лежащую где-то на столе, и вы ее не успели сжечь, то вам будет неловко, потому что, понимаете, вы же это пишете для себя, вы пишете искренне, вы пишете не для того, чтобы кто-то читал. Да? Поэтому вот эти эмоции, чувства, ваши мысли, пройдя от пункта пункту по анкете, вы великолепно выведете на бумагу. Все-таки возвращение энергии через бумагу, через магию – это самый классный вариант. Ни один коучинг такого варианта работы с энергетикой не даст. Следующий вариант, который тоже пригоден, если вдруг у вас нету совсем анкеты под рукой, нету у вас книги радикального прощения, нету у вас денег, и вообще у вас нету интернета, вот, и вы вот сейчас этот ролик смотрите у своего дальнего знакомого, или он вам о нем рассказывает, то имеет смысл выполнить такую практику, да, ну, в тундре вы. Все равно лист бумаги и ручку вы найдете. И вот вы обиделись, например, на тещу или свекровь. И вам хочется сказать ей и высказать все, что вам наболело. Берете лист бумаги, садитесь и представляете, что вот этот человек завтра умирает. Он просто завтра уйдет из вашей жизни навсегда. И вот сегодня вы понимаете, что этот человек уже все. У вас есть последняя возможность сказать ему все, что вы о нем думаете перед смертью. 10 страниц минимум. Пишем. После того, как написали, поверьте мне, отплакали, это все сжигаем и возвращаем энергию себе. Проходит день. И на следующий день вы пишете следующие 10 листов, но вы садитесь и представляете, что вот этот человек заходит к вам в дверь, вот здесь и сейчас. Он решил прийти к вам и сказать: давай будем жить долго и счастливо вместе. Очень классно особенно работает, если идет тема развода, отношения муж-жена и так далее. И вот вы видите этого человека на пороге, изменившего, или там обругавшего вас, или не принимавшего вас, или еще. И у вас есть 10 страниц, чтобы сказать ему все, что вы о нем думаете. Но после того, как вы его уже похоронили накануне, да? Пишите 10 страниц. Следующее. Опять никому не показывайте. Ни в коем случае. Это люди не должны видеть. Это вы пишете только для себя. Вы работаете с собой и в первую очередь со своим здоровьем, и во вторую со своей реальностью. Понимаете, эти вещи очень круто сказываются на той реальности, в которой вы живете. Просто событийный ряд, вы переходите на другой событийный ряд, если вы это все доделаете до конца. Это элементы магии. И вот вы дописали, высказали ему все, после этого точно так же сожгли энергию, вернули себе назад. И после этого, дорогие друзья, оцените, как изменится, осознанно оцените, как изменится ваше отношение с тем человеком, на которого вы заполняли такие бумаги. Если у вас было зло, гнев, ненависть, обида, чувство вины и так далее, через анкеты любое и через вот эти письма возвращающемуся и письма умирающему, можно вернуть отношения, можно избавиться от этих чувств и их откликов в вашем теле, да, чувство принять, что вы имеете право их испытывать, но зачем вам последствия и разрушающая энергия в вашем теле в виде блоков? Она вам не нужна, это ваше здоровье, это ваша жизнь. Более того, вы увидите, насколько меняются отношения, насколько они становятся более дружескими, в них начинает присутствовать благодарность, любовь, в них начинают проявляться такие божественные ноты, когда вы действительно
действительно видите в человеке проявление Бога. Да? Великолепная практика. Я ее рекомендую делать абсолютно всем. Абсолютно всем в определенные периоды своей жизни. Как только у вас возникает потребность, вдруг где-то вы почувствовали, что вы заваливаетесь вот в это чувство, и оно вам не надо, вы просто сделали, она недолго делается, и можно делать укороченные варианты. Вы уже по своим состояниям чувствуете, как ее трансформировать, как ее встроить в свою жизнь. Но ручка становится уникальным инструментом, через который вы можете вывести из своего подсознания все самое наболевшее, таким образом сохранить молодость и здоровье на долгие годы, потому что это же ваш ресурс, это ваша жизнь, и перейти на другую событийную линию в жизни для того, чтобы она была наполнена любовью, гармонией, радостью и счастьем. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья!